Важные 3 очка заработала нижегородская «Чайка» в Новокузнецке. Первый период матча с кузнецкими «Медведями» проходил в обоюдоострых атаках, но вратари не позволяли отличиться форвардом. Казалось, до перерыва счет так и не будет открыт, но на предпоследней минуте отличилось первое звено нижегородцев. Журавлев начал контратаку, а Аксютов вошел в зону соперника и дал пас назад на Кунаева, а тот приложился от синей. «Чайка» не дала остыть железу за 15 минут перерыва и продолжала ковать пока горячо. Даниил Стальнов вроде бы не сильно бросал от синей, но вратарь выкатывался неудачно, и шайба оказалась в воротах. Шла 2-я минута второго периода. А на экваторе матча вновь отличился Кунаев, на этот раз прорвавшись на пятак. Статистика бросков в третьем периоде 14-2 в пользу новокузнечан, но все, что им удалось, это гол престижа. Итог 3-1 в пользу «Чайки». А поскольку ближайшие преследователи «Реакторы» «Белые тигры» свои матчи проиграли в сериях буллитов, отрыв «Чайки» возрос до 4 очков от «Реактора» и до 5 от «Белых тигров». До 14 февраля нижегородская молодежка переводит дух, а в день всех влюбленных матчем с «Динамо» Шинником открывает домашнюю серию.